В первую очередь я хотел бы принести свои, ну то, что так получилось, конечно, извинения перед своей главой республики, который первый отреагировал, самый первый. Также, конечно, нашему Адаму Султановичу, да, один из близких помощников Замах, который тратил уже сегодня второй-третий день на эту ситуацию, потратил кучу времени. Мы здесь очень долго беседовали, со мной пообщались. Подъехал вот Коваленко Святослав, сейчас вот Адам Султанович с ним поговорил. Конечно, ситуация вышла у нас из-под контроля, вообще на эмоциях. Я искренне, конечно, приношу свои извинения, что так получилось. И так не должно было случиться. Мы сами виноваты, что не подумав и не обдумав, пошли на эмоциях. И надо было просто, если поехали, уже просто пообщаться с ним, чтобы не раздувать конфликт в такой.